Питаться можно каждый день. Но вот по секунде 1/10 сбрасывать с личного рекорда, вот такое получается, конечно же, далеко не каждый день. Раз, 56-41, это серьезно, это хорошо. Моника Ангермюллер и Ким Борюм выходят на старт. Моника Ангермюллер опытнейший боец из немецкой сборной. Правда, никогда звезд с неба не хватавших. Но, тем не менее, она 54-51 она имеет с декабря 2009 года с этапа Кубка мира в Калгари. А 20-летняя Ким Борюм в сентябре здесь установила личный рекорд 1:56.39. Но вот, честно говоря, Ким Борюм не впечатлила меня совершенно вчера в беге на 3000 метров. Немножечко какой-то был вялый бег, не энергичный. И в концовка проваленная. Поэтому видно, как сразу она проигрывает Ангермюллер. Но это, в общем, не удивительно. Ангермюллер, конечно, чаще бегает и полторы, и тысячу метров. Имеет, в общем-то, в активе неплохой результат. Поэтому понятно, что тон в этом забеге, конечно же, будет задавать Ангермюллер. И надежды Ким Борюм связаны с последним кругом. Но вот давайте посмотрим на динамику. 28.3 круг Ангермюллер и 29.1 у Ким Борюм. 0,8 она и на круге проиграла немке. Но вот уже сейчас, мне кажется, на этом круге скорость Ким Борюм может быть повыше. Она уже так вработалась, и она может вот эти круги в районе 29 так и делать. А вот что покажет Ангермюллер, пока мне не очень понятно. Посмотрим. Очередной круг 29.5. И у Ким Борюм нет, у Ким Борюм тоже скорость падает, и падает прилично. Так что, в общем, судя по всему, так, сделали некий, ну, маленький, может быть, прогресс вот к сентябрю, когда корейцы здесь много стартовали. Но сейчас явно у них спад формы, и особенно в женской команде, главной представительницей которой является Ким Борюм. И в группе «Б» вчера ее подруги по команде не блеснули. Ну и вот вы видите, да, последний круг у нее, конечно, получился быстрее. Но 1:55.46 у Ангермюллер. Ну а у Ким Борюм 1:56.94. Да. Больше, чем полсекунды, хуже, чем в сентябре. Ну и вот вчера у нее 3000 метров тоже получились хуже, чем в сентябре. Вот, честно говоря, мне это немножечко странно, что